Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Грибная банда Калининграда приветствует вас. Вчера был сильный ливень в Калининграде. И в расчете на то, что, ну, я понимаю, что глупый расчет, то, что они так сразу не полезут. Но, тем не менее, в этом лесу мы не были дней, наверное, 10. И сегодня подвернулась свободная минутка, и мы решили все-таки съездить в разведку. Несмотря на сильный ливень в Калининграде, тут чуть-чуть только припорошило. Будем говорить так, прибило пыль. Время 5 утра, поэтому идем не спеша. В лесу еще довольно-таки темновато. Хотя, вот смотрите. Вот у нас уже появились сыроежки. И это внушает определенную надежды, что у нас все-таки что-то получится. Николай, тут белый. Ну вот, еще 5 минут только в лесу, уже что-то у Лены нашлось. Лена, прими поздравления. И что у нас тут-то? Вот такой вот стоит красавец. Обалдеть, жизнь бы не увидел. Офигеть, ну, с почином тебя. Наверное, первый белый в этом году. Нет, там было 2 еще съедены. Я их не стала. Ну, белые там еще в кустиках сидят. А, ты еще 2 белых нашла? Нифига, вот это круто. Ну что ж, будем надеяться, что у нас сегодня все сложится хорошо. Офигеть, 2 минуты. И вот такой вот трутовичок. Ну, он уже старый, уже все поеденный. Хотя, сейчас посмотрим. Нет, края мягенькие. Он мягенький. По крайней мере, на фарш точно пойдет. Нет, вот да, еще. Ну, это самый поеденный. Ну, этот поеденный, да. Этот старый, но тем не менее. Ну что ж, мы продолжаем. Это уже хорошо вселяет определенные надежды. Что там? В неравном бою со слизняком отвоевала шляпку. Но шляпка хорошая. Я ему ножку оставила. Ну хорошо. Отлично. Отлично. Беленький попадается. Это уже радует. Девчонки, от вырубки никуда не выходим. Вот что-то съеденное, что-то такое погрызенное, сыроежка, просто сыроежку кто-то сожрал, но сыроежки появляются, это что же уже хорошо, это хорошие признаки. Девчонки, белый нашел. Вон какой красавец стоит, обалдеть. Вот это да. Закон. Нашел один белый. Еще ищи. Хапун еще. Вот еще. Но этот старый, его уже покушали, но тем не менее белый зачет. А вон еще один. О, какой красавец! Вот это красавец! Вот это да! Вот так-то, ребят, белые начинают проглядывать. Это уже хорошо. Ребята, таскайте с собой репелленты. Комары за задницу утащат, честное слово. Продолжаем крутиться. Вон еще один. Вот такой красавец. Вот такой красивый белый. Отличный.
отлично, чуть-чуть поеденный. Тем не менее, это гриб. Юля, ты прошла. Ну да, вот он беленький еще стоит. Вот он беленький стоит. Отличный беленький. Ищем, ищем еще рядом. Ищем, ищем. Вот еще один беленький. Вот он такой красавец есть. Отлично. Лен, ну как у тебя? Еще пару штук нашел. Вот ходим по этому бугру, именно по колеям. Ходим по колеям, в колеях больше влаги, и поэтому больше вероятности, что они есть. Вон, смотри, какой красавец. В лесу все светлее и светлее. Лес потихоньку просыпается. Ребята, обратите внимание, гриб, грибница уже, как видите, проснулась. Начинает давать свои дары, но в лесу, в глубине, он единичный, поэтому советуем настоятельно опушки, опушки, еще раз опушки. Единственное, что смущает, это наличие комара. Комара, ну, очень много, даже не описать. Несмотря на вот эти репелленты, я купил какой-то там русский, солнышко, не знаю, как он называется, типа того, что подходит. Крем подходит и для взрослого, и для ребенка до года. Но, по-моему, это солнышко, извините, нифига не работает. Потому что они меня зажирают. Обалдеть, какой большой. Смотри, какой переросток стоит. Смотри. Крутим башкой. Крутим, крутим, крутим башкой. Не может быть, чтобы один. Смотри, какой зачетный стоит. Вот это красавец. Вот это вот красавец. Смотри, какой зачетный. И еще продолжаем крутить. А? Вот еще один. Так, хватит. Что хватит? Если, ну вот они идут. Что хватит? Крути башку, еще где-то должны быть. Извини за башку. Ну, бери вот этот, срезай. Хороший. Ну, интересно, вот этот вот переросток когда успел нарасти-то такой большой? Ты сейчас наступишь под ногами. Помер? Продолжаем. Вон еще один. Смотри, на каком расстоянии. На каком расстоянии. Вот он стоит. И смотри, какая зараза на нем сидит. Кушает? Доедает его. Доедает. Опять неравный бой. Заметь, какое расстояние. Грибница насколько Юра, большая. Это белый гриб. Бешеная. Николай, очень да? Интересная поганка. Как бы вот и перелиночка мягенькая. И сверху. По-моему, это мухомор обыкновенный, судя по луковице, мухомор обыкновенный. Ребята, что вы думаете, что это такое? Напишите в комментариях. Ну, судя по всему, это мухомор. Могу ошибаться.
Ну, перелинка вот прям вот, вот он какой внутри там. Прям как бы ну, не жидкая, но плотная такая перелинка. Ну да, именно хор пластинчатый. Скорее всего, это мухомор, судя по луковице. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про это. О! Как я и говорил, вот подберезовичек. По канавке подберезовичек. Да, ради бога. Ну ладно. Как я и говорил, гриб есть только по опушкам. На буграх, даже в центре леса, нету его, вообще нету. Старые столетние подберезовики и больше ничего. Кроме сыроежек, конечно, не знаю. Есть смысл уходить на другой край леса, не знаю, но родилось дельное предложение. А, кстати, вот разговариваю. Вот что-то у нас растет. Старый убитый подберезовик. Смотрите, девчонки. А что, если нам сменить дислокацию? Цель же не количество грибов, по большому счету, а разведка. Как думаете? Давайте подскажем. Лен, чего молчишь? Да. Мы сменим в противоположную сторону от остановки нашей. Не, поближе. Поедем поближе к городу. Есть лесок в Правдинском районе секретный. Поехали туда съездим. Сейчас вон туда. На солнышко идешь. Хотя его нету. Ну что ж, ребята, разведка так разведка. Меняем дислокацию, решили поменять дислокацию, тем более набрали довольно-таки для этого времени. Ну вот, наверное, с десяток я нашел хороших белых. Кстати, ребята, знаменитое бандосовское ведро, обыкновенное ведро с бау-центра, сверлим дырочки десяточкой. Вешаем трубу ППР, себестоимость ведра, ну, порядка 150 рублей. Это дешевле, чем корзина, но в то же время грибы лежат, не преют. Сейчас спрошу, сколько у девчонок там гриба. Девчонки, как у вас дела-то? Ну, у меня ведерко трехлитровая полная. У меня штук 15. Ну, как бы хорошо. Для этого времени года. Кстати, ребята, только сейчас обратил внимание, стоим, болтаем. А вот такие переростки впереди. Подберезовики съеденные, довольно-таки большие. Грустно. Интересно, когда успели нарасти. И то ж. Ну что ж, едем дальше. Вот такие кнопыши прямо на дороге. Итак, ребята, мы в лесу Правдинского района, в одном из лесов. Ужасно огорчило то, что дождя тут так и не было, как такового. Может и был, покапало чуть-чуть. Это посмотрим, что тут. Кстати,
Вот представляете, вот такие вот паразиты кушают грибы. Им тоже кушать, конечно, хочется, но здоровый, как гадюка. Ну, посмотрим, что будет в этом лесу. Вот на этом бугорке. Лен, смотри, влево-вправо расходимся. Посмотрим, может, что-то наросло. Опа-на. Ребят, смотрите, вот со входа. Вот такой красавец стоит. Зачет. Ребята, как ни странно, видимо, хоть лес сухой, дождик был небольшой, видимо, все-таки грибу хватает той влаги, которая есть в почве. Лес сухой, но грибы тут есть. Вот один есть. Сейчас надо покрутиться. Надо покрутиться. Может быть, найдем еще. Вон еще. Слегка поеденный, но бодрый. Вот его слегка поточили, но он бодрый, хороший гриб. Отличный. Может, еще где-то есть. Сейчас посмотрим. Комаров еще больше. Враги. Нету, к сожалению, не вижу. Не вижу. Два пока. Пойдем дальше. Ого. Вон красавцы стоят. Вот он стоит. Вот еще один стоит. О, ребята, да тут клондайк. Смотрите. Вот стоит. Вон стоит. Вот стоит. У тебя как дела, Лен? Еще тоже режешь. Вот, ребята, еще. Ну, тут как клондайк. Тут, видимо, давно никого не было. Вот они, лес сухой. Они вот такие бодрые. Вот такие бодрые. Обалдеть. Обалдеть. Да ладно. Такие зачетные. Это вот классика жанра. Вон переросток, смотри, какой стоит. Смотрите, классика жанра. Ребята, гриб есть. Дома нечего сидеть. Вот такие вот переростки стоят. Обалденные. Белый, белый, белый. Другого почему-то ничего не вижу. Не видно. И лес сухой. Причем аж земля звенит. Натурально сухой. Вот с этой стороны. Что ты там нашла? Вот, смотри. Вот один, вот второй, вот третий. Вот они, видишь, стоят. Ребята, гриб действительно есть. Вот, что бы ни подумал. С этой стороны, смотри, смотри, как он. Я его так не покажу, его какой красивый. Офигеть. Но комар, конечно, достал. Очень достал. Из всего того, что происходит на нашем выезде, можно сделать однозначный вывод. В лесу делать нечего. Даже пройдя по оврагам, мы не нашли ни одного гриба. При изобилии до этого на опушке. Возвращаемся на опушке. В лесу, ну, пока еще рановато.
лисичек нету, ничего нету. Ну, вышли, вернулись обратно на опушку, и вы не представляете, что тут. Где же мы были раньше? Вот смотрите. Вот он стоит. Вот он стоит белый. Берем его. Вот еще белый. Вот кнопари. А тут обалдеть. Вот это все, это белый гриб. Это все белый гриб. Ведьмин круг из белого гриба. А вон там еще дальше. Круто, я попал на ТВ. Ну да, вот такие красавцы. Да ладно. И вот, ребята, на этой благодушной ноте мы заканчиваем наш репортаж. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вступайте в наше грибное бандформирование. Гриб на самом деле есть. Вот он кругами. Несмотря на сушу, он растет. Переростков очень много червивое. Червивого старались брать зачетный. Как-то так вот. Вот как такой вот не брать? Вот это белый. Вот смотрите, какой красавец стоит. Ну как его не взять? Ребята, подписывайтесь на наш канал.